Крым. Сегодня вылетели еще два самолета МЧС с электрогенераторами. Оборудование предназначено для обеспечения энергии населения. И две генераторные установки уже передали семьям с больными детьми. Об одной из них мы рассказывали накануне. Трехлетний Максим Казачков подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за отсутствия электроэнергии его жизнь в опасности. Раньше его мама была вынуждена искать, где зарядить аккумуляторы, которых хватало всего на несколько часов. Покупка генератора в семье была не по карману. Энергоблокада Крыма продолжается уже почти неделю. Как сообщают в Минэнерго России, сегодня в эксплуатацию ввели еще один блок на Симферопольской ТЭЦ, который находится на ремонте. От него будет запитана Керчь, в которой была наиболее сложная ситуация.